Дорогая, меня зовут Даша, и снова я, снова анбоксинг, снова мне пришла посылочка, но в этот раз она скорее более интеллектуальна, нежели для красоты. Вот такая вот коробочка, прям большая, такая плоская. Посылочка от интернет-магазина red.ru. Ну что ж, откроем. Православный календарь с чтением на каждый день. Романовы. То есть вот такая вот книга. Издана к 400-летию дома Романовых. Так, издательство «Вече», город Тула, 2012 год. Обложка такая, ну не сказать, что мягкая. Ну да. Пожалуй, что мягко, но это не покетбук, что очень меня радует. Я ненавижу покетбуки. И авторы нам обещают информацию о Романовых, событиях, происходивших в период правления того или иного монарха, биографию знаменитых людей, современников истории, современников императоров, писателей, художников, полководцев, ученых и, конечно, информацию о православных праздниках святых, просиявших в нашем Отечестве, мучениках и старостотерпцах. Составитель книги Родников И.А. И действительно, он почему называется календарь? Не потому что он календарь, а потому что все расписано в календарном виде. Например, смотри, 1 января был год, какой-то был день. И новость, что введение юлианского календаря. То есть и информация об этом. Далее, ну наугад открою, не буду подряд. Например, 6 мая. По-старому 23 апреля. Светлая седмица сплошная. Понедельник светлой седмицы. Что такое ВМЧ? Так, великомученик Георгия Победоносца. Вот. И о нем, соответственно, информация. И вот соседняя страница, 7 мая. Что это? Вторник светлой седмицы. И верской иконы Божьей Матери, и информация о царе Федоре Алексеевиче, вот, тот, который в 17 веке, то есть и вот так вот весь, собственно, всю книгу, я очень ее ждала, потому что у меня, я монархистка, вот, каково мое первое впечатление, вот я достала, да, что очень интересное чтиво. Ну, наверное, я уже не успею сделать обзор этой книги в книгах октября, но в книгу ноября, думаю, она попадет. Что же мы находим в посылочке дальше? Мы находим вот такой змеючий календарь. Я его заказала на будущий год. Вот такого плана будет сам календарь. Сейчас покажу, какие тут есть еще картинки. Змейки тут такие добрые. Я вообще, знаешь, очень люблю змей, особенно украшения в виде змей. Вот такие вот тут. Такие красавицы. Мне особенно вот этот нравится. Я тебе его сейчас полный план найду. И смотри, какой добряк. Скажи, выглядит таким добрым. Кстати, именно вот эта кобра, она изображена на египетском урии. То есть урия — это корона египетская, скажем так, да, и у них даже есть богиня,
эта богиня очень почиталась в Египте. Ой, вот эта змея почиталась в Древнем Египте, и даже одна богиня, покровительница, вот я уже не помню, Верхнего или Нижнего Египта, она изображалась в виде вот такой вот змеи. Тут есть еще календарь, подарок моей подружки, она считает себя Спанч Бобом, потому что у нее такие же передние лисы зубов. Я знаю, это детский сад, но я не смогла удержаться, я ей заказала в подарок на Новый год вот такой вот календарь, губ квадратные штаны. Здесь вот такие вот там картинки внутри есть, немножечко отсвечивает, я очень прошу прощения. Я не представляю, как выглядит, собственно, календарная часть. В общем, распечатать я его, конечно же, не могу, потому что, ну, это же подарок. Так что придется мне, чтобы его увидеть, подождать до непосредственно Нового года. И закладки. Под влиянием видео Passion for Reading я заказала множество закладок, но, к сожалению, половина из них не оказалась на складе, и мне пришла только часть. Ой, это вот такие вот щеняточки. 3D-закладка с такой висюлькой. Вот, то есть вот такие щеняточки, это вот 3D-эффект, вот не голографический, а именно 3D, к сожалению, на камеру, кажется, не видно, вот такой вот висюлечка, даже сейчас опробую на книжечке, которая мне пришла. Вот. И вот так вот очаровательно выглядит вот эта вот кисточка. Ой, вообще мне безумно нравится. Ой, прям я рада, что просто, что меня подсадили на закладки, потому что вот эта вот она такая вот прелесть, мне нравится. Мне нравится. Вот такие вот магнитные закладочки в виде таких, ну, синенькие такие, голубенькие. Сейчас я их попробую. На самом деле, когда я у девушки этой видела на канале магнитные закладки, я просто все видео вот так вот ждала, когда она покажет, как же они используются, потому что на самом деле для меня это было очень непонятно. Вот. Ну, она показала, но одно дело, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Думаю, в данной интерпретации лучше переделать, лучше один раз использовать, чем 100 раз посмотреть. Как-то так это будет звучать. Значит, вот так она выглядит, когда она заложена. То есть такой кругляш, что ли. Если ты еще не знаешь, как работают магнитные закладки, как я когда-то не знала, то я тебе сейчас покажу. То есть она из себя представляет вот такую вот раскладушку. И ты просто на нужной странице ее вот так вот защелкиваешь. И за счет того, что вот здесь есть магнитик, вот здесь есть магнитик, они через страничку друг с другом взаимодействуют. И, соответственно, за счет этого закладка держится, никуда не деется и так остается на месте. Вот, еще раз спасибо огромное Passion for Reading, ссылочку я оставлю, за то, что она научила меня не быть варваром. До этого я просто книги, допустим, я остановилась на какой-то странице, и вот таким макаром кладу и пошла по своим делам. Конечно, это книжке пользу не приносит. Еще не пришли вот такие вот скрепки, закладки, скрепочки, вот, тоже мне стало интересно попользоваться такими вещами. Так, сейчас я испробую. Мне кажется, я книгу так не ждала, как вот эти все закладочки, примочечки для чтения книг. Жаль, что они пришли, конечно, не все. Это действительно жаль. Ну, собственно, я их обеих присобачила, и они выглядывают такими лягушоночек и ракушечка. То есть вообще такая прелесть.
То есть на странице они выглядят вот таким вот образом. Ну, вот как обычная склепка, только увеличенная в размерах несколькократно. То есть вот так вот все это смотрится. Ой, не знала, что закладки доставляют столько счастья, столько положительных эмоций. Я желаю побольше читать и побольше испытывать положительных эмоций от чтения. Пока!